взявшего на себя бремя Лиги КВН новой. Дорогие друзья, под бурные аплодисменты! Лига КВН «Взлет» считается официально открытой. Команды, прошу вас на сцену готовиться. За сцену, за. Не бука, не пера. Сил от армии! Поздравляю тебя! Довольный, да. Надо поздравить. Ой, предупредить свою девочку, да, сказать ей такую радостную новость. Да, супер! Алло. Алло, привет, дорогая. У меня для тебя классная новость есть. Ой, дорогой, у меня для тебя тоже отличная новость. Ну, давай ты первая. Дорогой, я беременна. А мне в армию, в армию. Да, девушка, я слушаю. Что случилось? Помочь вам? В чем разница между двумя этими мобильными телефонами? Девушка, ну они абсолютно разные. Ну а в чем же разница? Девушка, разница этих мобильных телефонов в том, что это фен, а это миксер. Нет, ну нет! Палец съел! Сынок, ты его не съел, ты его закрытил! Может быть, подарите открытку? Нет, открытка это слишком банально. Да, может быть, ей подарю цветочек. Да, цветочек, розочку, красивый, как голубенькая. Нет, это 15 гривен стоит. Нет. Боже, да, я подарю ей фосфорного ангелочка. Осталось 30 минут, чтобы найти девушку. Have a nice day. А только что вы посмотрели миниатюру «Парень прикалывается над голубем, который убил за А сейчас миниатюра про судью на Олимпийских играх, который раздумывает о подарке любимой женщине на 8 марта. Смотрим. Итак, на старт. Внимание. Точно. Главное внимание, не подарок. Маленький мальчик валялся по полу, конючил, бился ручками об стенку, но родители так и не купили ему более утоляющие. После нашего выступления закуривают даже беременные женщины. Им нечего делать. Гамбургер. Спасибо. Парам-пам-пам. Я не умру.